Всем привет. Сережа сегодня уехал с утра на работу очень рано. Погода сегодня попрохладнее, чем вчера. Но на улице зато хорошо. Вот к Дане пришел друг. Сейчас я им посоветую. Данюша, смотри, может, вы вставите ее, как вот вставляли, вот туда вот. Что-то она падать вам будет. Ее вот так вот сможете внутрь, вот сюда? Вот прямо не в лестницу внутрь, только стороной так, чтобы к вам. Сейчас давайте я помогу. Вот будут играть. Цветы как мне нравятся. Так, а мне, наверное, надо пойти посмотреть, может, запустить стирку. Запустила я стирку. Сейчас посмотрю, как вода нальется. Надеюсь, не очень я ее забила, но всего-то там три вещи. Там просто куртка, жилетка такая необъемная. И покрывало одну. Ну, я думаю, нормально. Воду залила, хорошо, все стирает. Так, дверь я оставлю здесь открытой. Ну что, смотрите, это пульт от Триколора и коробка Триколора волшебным образом после переговоров с ними и уверением их, что мы не будем сдавать ничего, заработала. Как они сказали, мы сбросим ключи активации. Разблокировали они карту. И вот, пожалуйста, все работает. О чем я и говорила, что все с коробкой нормально. Как они говорили, коробка у вас не может принимать сигнал, надо ее поменять. Вот, пожалуйста, все принимает. Но если бы согласились на обмен, то им был бы только плюс. Все. Позвоню сейчас Сереже и расскажу ему про это чудо. Алло. А? Сереж, угадай новость. Какую? Триколор включился. Да. Был включен, в общем, все каналы я переключаю, все работает. А они говорят, коробка не работает, коробка не работает. Что не работает? Сейчас все работает, коробку менять. Но я все каналы еще не смотрела, но первый, второй, третий, Россия-24 работает. Конечно, сейчас туда антенку туда перетащим. Вот, так что вот такие дела. Играют, катаются. И не катаются, на велосипедах они катаются. Вот велосипед тоже Сашин. А так они качаются там. Ну ладно, пускай играют. На улице хорошо, тепло. Всем привет, у нас пятница. На улице дождик с утра. Был дождик, потом была хорошая погода, и Даня даже погулял с соседом на велосипедах, покатались, и вот сейчас опять дождик. И гремит постоянно. Но при этом очень душно. 25 градусов на улице, то есть вот я в футболочке, и мне даже жарко. А вчера тоже у нас гремело, грохотало. Дождик прошел, ну так не целый день был. Но выключали свет почему-то даже вечером. Не было у нас час света.
Ну, с другой стороны, хорошо, поливать же надо все. А так все польет. Небо облажное. Как утром гремело, громыхало. Прям дождя не было, а гремело очень громко, очень долго по времени и с очень маленьким перерывом. Рич испугался, наверх к нам прибежал. Сейчас-то дождик небольшой. Гремит. О, молния только что была. Вот там вот сверкает молния. Вот там вот. Гром и молния. Там, где речка у нас, вот сейчас опять был всполох молнии. Может, на камере даже видно было. И вот опять всполох. Ну, дождик не косой. Главное, чтобы свет не отключили. Вот опять маленькая молния. Какие-то разряды небольшие молнии. А он сидит на столбе. Я вижу, вот сорока. Вот она сейчас так кряхтит. Сережа сегодня должен к нам приехать. Это всплески молнии. Вот она полетела, полетела сорока. Дождик как-то и закончился. Уходит в ту сторону. И громыхает уже там вдали. Совсем далеко. Вот отголоски слышны. Ну, еще стало громыхать вот там. Там отголоски, а там новое громыхает. В общем, ходят здесь тучи, ходят, ходят, ходят. В ту-то сторону вон тоже идет что-то. Небо вон какое. Такое ощущение, как будто разряды какие-то взрывов, непрекращающиеся со всех сторон. Опять молния была. С той стороны. Ой, надо мне идти что готовить детям. Кстати, в этом году какие-то странные комаров, таких я не вижу, ну, которые обычно бывают. Зато кто-то кусается, не жужжит. То есть в доме просто, видишь, иногда пролетает кто-то такой, как большой комар. И укусы такие большие, все тело чешется, а он не жужжит. То есть даже ложишься спать и не чувствуешь, что кто-то есть. Только увидеть можно. Вот, и вот эти комары, они покусали Сережу, у него такие прямо блямбы на руках, на теле. Вот, ну, я вроде бы не покусанная, ничего, но вот летает. Я несколько раз убивала, и тоже кто-то меня кусал, но просто нет таких блямб, и я их успевала убивать. Оставила я стирку стираться. Вот, надеюсь, что свет не отключат, потому что если отключат свет, то придется заново всю программу запускать. А у нас стиралка там старая, и она, в принципе, стирает очень долго. У меня нет короткой программы. Ну, стоять вот так, дышать, конечно, воздухом отлично.
вид. Отлично. Сейчас вот молния была вообще хорошая. Там прям так тш-тш-тш. Большая молния была. Даня опять убежал гулять. Его позвал Саша. Саша укусила оса, и Даня прибежал обратно. А сейчас Саша его обратно позвал. В общем, гуляют, дождя нет. А я буду к Сережному приезду, но мы тоже хотим жарить картошку. Взяла я вот эту новую казанок, как сказать, сотейник. Вот взяла этот новый сотейник. На упаковке было написано: прокипятить 10 минут. Я помыла его, прокипятила 10 минут и смазать маслом. Я вообще знаю, что маслом, да, смазывают первый раз сковороду для того, чтобы лучше сохранялось покрытие. Кстати, я еще обнаружила, что здесь вот съемные ручки. Ой, сейчас мне неудобно показывать. Ну, в общем, вот нажимаешь сюда и снимаешь. Это очень хорошо для газа. Ну, хотя сотейник такой большой, что газ вряд ли будет подпаливать ручки, но все равно это хорошо, можно удобно сложить, мыть. Вот, в общем, я чищу картошку, буду жарить. И картошки я, наверное, сделаю вот это филе из минтая. А если кто-то не захочет, ну, может, сосиски. Доварю потом сосиски. Выпущу Рича. Данька там через забор с Сашей общается. Дождя нет. Дань, ворота закрыты? Да. А то я Рича выпустила. Вот картошка жарится. Вот огонь до ручек никак не достанет. Хотя тут можно делать побольше, конечно, огонь, но он все равно не доходит до ручек, что очень хорошо. Большой сотейник. Пока мне все нравится. Машунька пришла. Она посуду моет, помогает мне. Дома-то привыкли к чему, Маш? Посудомойки. И никто быть посуду не хочет. Вот, ну, в общем, с Машей по очереди моем. То она, то я. Стараемся ее не накапливать. Тогда быстренько вон кастрюльку помоешь, две чашки, и все. Кстати, фонарик, который мы купили на день рождения это Маши, все никак не запустим. Вот сегодня Сережа приедет, может, запустим. Хотя уже который раз я это говорю. Я буду загадывать желание. Да, можно загадать желание и запустить. В общем, уже как запустим, так запустим. Когда очень темно, не хочется, хочется заснять. Когда светло, неинтересно. А когда полутемно, у нас времени не хватает. Вот это у нас ливень полил. О-о-о. Дверь закрывай. Это прям ливень. Ливень? Дождь, как из ведра, молния. Телек вырубился. И, а, Теле2 восстановилось. Молния сверкает. Закрывай дверь, чтобы комары не летели. Ой, как же мы папу-то встречать будем? Сейчас Сереж должен подъехать. Сейчас? А тут, ну, не сейчас, не знаю, когда сейчас позвоню ему. Ой-ой-ой. Что-то усиливается. Усиливается. Кошмар. Все. Я пошла. Это наступает какой-то мордер. До меня доливает. Вот. Просто какой-то ужас. Все. Пойду я. Боже, там. Дань, сейчас подожди. Может, папа еще не скоро будет. Посмотрим. Но это какой-то ужас. Вот телек у нас. Ку-ку. Доступа нету. Если рада будет, откроем. Он еще же едет. Он может приедет там через полчаса. Может, уже ливень будет меньше. Сейчас пойду посмотрю на второй этаж, что там происходит. Ну-ка. Ой.
И сверкает, и чего только нету, а? Сейчас, чтобы видно было, как там небо. Закрыть. Что закрыть? Туалет это. Закрой. У меня уже заработал телефон, но ливень такой, что там выйти невозможно. Молния. Молния, ураган, можно сказать. Небольшой. Сережа нам звонит. Алло. Ничего, у нас начался ливень, ураган, молния, и отключился телевизор и Теле2. А как тебя встречать, не знаю. Ты скоро, нет? Скоро будешь, нет? Надеюсь, получше станет, а то как тебе ворота открывать-то? Вымокнешь весь. Ладно, давай. Пока. Сережа звонил, Теле2 тоже включилась. Гром гремит. Деревья так шатаются. И молния. Сейчас косой, да, дождик? Да. Прям совсем косой. Поняла. Чего ты? У тебя почему с интернетом? Теле2 уже включилась. Можешь подключить опять. А, да. Ой, короче, папа приедет, меня звонит в первую очередь. Чё в первую очередь? Ну, у меня за первую очередь, мам, знаешь чё? У меня уши сгорели. Ну как так-то? Представляешь? Помажь кремом. А тут-то не закрыла я. Ё-моё. Ну вот, не закрыла, и тут мокро всё. Трындец. Закрывать надо. А я хожу себе, снимаю. Правда, только половину. Вот для этого мы и сделали вот эту жалюзи. Закрыла ее и все. Все отлично. Конечно, вот у кого на дачах туалет на улицах, представляете, вот так вот, такую погоду бежать в туалет. Не хотелось бы такую погоду по туалетам бегать. Вот этим и плохо. А так в доме все. Сходил, помыться, если надо. Все. В этом плюс, что надо в доме делать туалет. Что погода бывает разная. На улице 15 градусов, между тем. 15. Главное, чтобы молния сейчас не попала куда-нибудь, куда не надо. Свет не выключили.